Нет, погоди! Что? Какого хрена? Ну, уходи нафиг из моего дома! А ну пошел с кухни моей! А ну же метлу достану! Ладно, я пошутил про метлу! И всем бугагашечки, друзья и гости моего канала Нептун здесь, рубрика сегодня инди-ужастики. Посмотрите, что совсем недавно вышло в Стиме. Это демка, но это действительно что-то крутое. Ленни Бук. Из описания странички в Стиме, где-то была тысячелетняя война между светом и тьмой. И она внезапно постучалась в наши двери, или в наши окна. К нам пришел незваный гость. И вот вы, наверное, наблюдаете, что здесь какие-то вот есть подмигивания, и там какой-то волчара. Возможно, этот волк и есть наш незваный гость. Игра реально свежая, вышла она буквально на днях в Стиме, в виде демки, только первая глава. Разработчик, как я понял, из России, потому как здесь обещан русский перевод полностью, включая озвучку. Ну что, давайте играть, посмотрим, что же это такое. Как же я изголодался по хорошим ужастикам. И вроде как здесь что-то будет... типа Бугимена. Возможно. Удачи. Спасибо, чувак. Удачи мне не помешает. Так, я прибавлю погромче, чтобы орать. Так, главная задача — выжить как можно дольше. Вам нужно внимательно прислушиваться к тому, куда бежит монстр, и постараться своевременно закрыть окно, чтобы он не мог попасть в дом. Чтобы закрыть окно, удерживать нужно клавишу Е. Это демо невозможно пройти, что? Если ее невозможно пройти, то как нам играть? Зачем? Ладно, подожди. На Е, значит, окна запирать, да? Так. Ой, чувствительность большая. Сейчас, погодите, друзья, сейчас настроим чувствительность. Так, ну вроде я все поменял нормально. Стало плавненько. Но у меня нет там чувствительности. Так. Блин, как его закрыть? На Е. На Е, окей. Все. What the fuck? Что это было? Я же нажал на Е. Херан на меня гаркнул. Я чуть не посидел. Я чуть со стула не свалился. Подождите. Давай назад меня. Или там нужно было задерживать? Что-то я не въехал. Окно вроде закрыл я. Боже. Так, попытка номер два. Он говорит, эту главу нельзя... Так, я слышал топот. И чё, и где? Что это означает? Где он? А, вижу, вижу, вижу. Реально, волчара, смотрите. Нужно ждать? Ага, такой был звук. Типа он ушел, наверное, да? Окей. Тут еще какие-то лампочки есть. По-моему, он убежал отсюда. Так, подожди. Стоять, стоять, паразит. Куда-то сюда убежал, да? Или нет? Или обратно? Он меня обманывает, падла. Или подожди. Второй этаж есть. Блин, а тут еще окна, охренеть. Так, где-то здесь. Где-то здесь, или снизу. Так, куда он направо побежал? Да вы прикалываетесь, тут два этажа, как нам это делать? О, компьютер! Ой-ой-ой-ой. По-моему, он на первом этаже, блин. А какого хрена... Какого хрена? Я же сейчас просто рожу кирпичи. Это будет младший кирпич. А сейчас вот родился старший кирпич. Тупой волк. Или подожди, по-моему, это не волк. Это какой-то лис, да? Так, он бегает с правой стороны, окей. Вот, вижу, 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 подло. Кыш из моего дома. Ага, вот этот звук, это означает, что он, скорее всего, уходит, да? Жесть, как я орнул. То есть, получается, что если мы профукаем, он заходит в наш дом. И потом нападает. Блин, по-моему, на втором этаже. А, нет, не на втором, он здесь. Блин, а как определить-то, что второй этаж или первый? По-моему, хрен определишь. Так, а что-то еще можно открывать? Там книги взять, почитать? Да, конечно. Вот сейчас самое время, блин, читать книжки, да, чувак? Скажи, еще яишенку приготовить. Самое время. Не-не-не-не, погоди, погоди, погоди. Погоди. Вот там что-то уже открывает. Пожалуйста, дай бог мне сил. Дай.
Я успел? Да? Да? Где-то звук. Окей. О, тут какая-то дверь есть, смотрите. А, тут, тут еще есть. Темная комната, там что-то мигает. Мне напрягает, что я не слышу топота. Так, тут чистенько. Только не говорите, что на втором этаже, пожалуйста, а? Твою мать! Как? Боже, я рожу скоро от этой игры. Как определить, где он бегает? Второй это этаж или первый? Где? По звуку непонятно. Ну реально непонятно по звуку. До этого я думал, что может быть по... Ну, по отдаленности. Вот бывает, что он как глухо как бы бегает. Так приглушенно. Значит, скорее всего, наверху. Но после этого он открыл окно, блин, на кухне. Вот здесь. Так, тихо. Так, что-то открыл. Где-то что-то открыл. Ага, вижу. Ха-ха. Это реально, это лис, блин. Это ни хрена не волк. Какой-то злой лис. Это Фоксян бегает, обезумевший. Фоксяныч. Ты чё такой недовольный? Так, пошел на правую сторону. Ага. Фига, у него когти, видали? Когтистое нечто. Так, а что это за комната? Подождите. Мне любопытно. Что-то мигает все. Кнопка. А, это какая-то кнопка. И к ней какие-то провода. Он что, сюда может? Нет. Он где-то что-то открыл. Не здесь. Не здесь. На кухне, скорее всего. Нет, погоди. Что? Какого хрена? Ну, уходи нафиг из моего дома. А ну, пошел с кухни моей. А ну, еще метлу достану. Ладно, я пошутил. Я пошутил про метлу. У меня нет метлы. Пошел ты нахер отсюда, гребаный лис. Я держусь уже минуту. Так, направо побежал. Ага. Он еще скребется так, знаете, когтями. О, эти решетки, а эти жалюзи. Так, кнопка еще подсказывает нам, когда все он открывает, тут красненький им горит. Так, пошел налево, на кухню, на кухню. Давай, 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 давай. Слушайте звук. Бум. Это где? Это второй этаж. О, вот как он попадает на второй этаж, там такой звук. Бум. Вот, 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 вижу, вижу, давай, 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 давай. Да, успел. Е. А тут довольно мило. Огромная кровать. Для нас двоих. Что это значит? Что значит топот здесь? Что? Откуда? Какой топот? Подожди. Или... А! Он по крыше пробежал? Что-то и не въезжай, подожди. Твою ж мать. Закажите мне хороший памятник, пожалуйста. А мой прах развейте над головами моих хейтеров. Только, только не надо. Не-не-не-не-не. Сейчас будет больно. Чёрт. Нет-нет-нет. Фух. 2 минуты продержался с половиной. Я понял. То есть, когда он идет на второй этаж, там будет такой звук приглушенный какой-то. Бух. Как будто он запрыгнул на второй этаж. И там будет он открывать двери и окна. Но, когда он спускается на первый этаж, будет другой звук такой. Ту-ту-ту-ту. Вот то, что я подумал, что он как будто бегает по крыше. А он, видимо, просто побежался где-то там по стене на первый этаж. Вот почему нужно ориентироваться по этажам. Я понял. Надеюсь, мне это поможет. Так, эти звуки все-таки это крыши. Вот, вот сейчас прыгнул, вот сейчас прыгнул. Или обратно за... Блин, показалось, что ли? Чё за фигня? Да чё за фигня? Он прыгнул, потом обратно запрыгнул, что ли? Я этого не понимаю. Ну, зашибись.
Он спрыгнул, побежал на первый этаж, потом он запрыгнул. По ходу дела, но там было очень так все резко и внезапно, что я прослушал этот звук, я его не услышал. И он оказался там, ты залез в окно на втором этаже. Зашибись. Так, второй этаж. Тихо. Побежал налево. Ага. Так, 3 минуты уже продержусь. 3 минуты. Так, к лесенке. Так, побежал направо. Побежал налево. Черт. Да блин, направо побежал. Да он издевается, что ли? Налево побежал. Во. Ха-ха-ха, волчара позорный. Ладно, лисенок. Маленький добрый лисенок. Так, тихо. К лесенке, к лесенке. Так, пошел направо. Четыре минуты, друзья, налево. Ну, вы, думаю, сами все понимаете, да? Направо. О. Блин, мне сказано было, что эту ночь невозможно пройти. Ну, я не хочу в это верить. Я ее хочу пройти. Так. Прибежал сюда. О, звук был. Он спрыгнул. Ага. Где-то, по-моему, на кухне. Что это было? Что был за странный звук? Как будто электрощиток он мне поломал. А. Офигеть! Вы понимаете, что это значит? Это реально поломался электрощиток. Теперь не будет этого сигнала. По крайней мере там. Это детектор движения. Хотя, он вроде работает. По крайней мере, здесь. О, второй этаж. Побежал направо. Да, звук здесь мой лучший друг. Ага. О, видали? Поломался. Но он, видимо, ломается на время. Фух, я же испугался. 5 минут, друзья. Починился, пока я держал. Так, побежал он все налево. Блин, опять направо. Скоро бы 6 минут. Блин, сколько минут реально выживать? Боже. Только не говорите, что там 10 или 20. Это будет тяжеловато. Так. Ну, я видно, что иду по сюжету дальше, потому что начали ломаться вот эти вот детекторы движения. О, спрыгнул. Так, меня не проведешь. Я уже здесь. 6:30. Фух, держимся, друзья. Держимся. Не хватило, чуть-чуть буквально не хватило. Секунды не хватило. Я просто подбежал сначала к окну, нажал на Е, но мне там буквально расстояния не хватило, пришлось сделать шаг вперед. А это я потратил несколько секунд. Но, тем не менее, 7:39 это мой результат.
Я так понимаю, что реально в этой игре нету финала, то есть это просто режим выживания, по сути. Надеюсь, вам понравилась игра и мое прохождение. Блин, игрушка реально стоящая. Возможный потенциальный будущий хит в духе Бугимена. Будем ждать. Поддержите мое видео, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. В колокольчике всегда ставьте все уведомления и проверьте, чтобы он у вас стоял. И еще не помешает переподписаться на канал, то есть убрать подписку и поставить ее снова. А то очень часто плохо приходят уведомления. Желаю всем добра и позитива, друзья. Всем пока-пока.